I'm so addicted to all the things you do when you're going down on me. In between the sheets, all the sounds you make. With every breath you take, it's unlike anything when you're loving me. Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова тройка успешных наемников, успешных парней, которые пришли к успеху. И неплохо так поднялись в конце предыдущей серии. Мы поняли, что мы урвали, и сейчас вы все увидите. Вы можете подумать... Не волнуйтесь, это пустые да. брифкейсы. Здесь да, господи, боже мой, опять ночные серии. Но нет! Но нет! Я сложал, открыл карту. Это, между прочим, наша машина. Это, да. между прочим, мать вашу, ваша наша машина. Я уже заговариваю. Мы крутые. Короче, глубокая ночь, все хотят спать, но так интересно, что никто не идет спать. Да. Нам дали офигенное задание, мы должны прорваться к бандитам и там перепилить опять всех. Да, бандиты все сели? Да, довольно-таки далеко нам гнать. Бандиты захватили медицинские палатки, и нам до них 7 километров ехать довольно далеко. Но в этой машине я почему-то не боюсь. Это же Хаммер. Это же он, да. Еще купили прицел на пулемет. Да, так что все нормально. Купили этих патронов, еды BNB. Купили, воды купили, в общем... BNB в конце концов, да, то есть ночные серии такие ночные, но нет! Зачем кстати, мне фары? Наверху здесь на самом деле есть окошечко для пулеметчика, но оно закрыто. А помните тот бронированный Хаммер, который я видел, который был с нашитыми листами бумаги? Интересно, что же это такое было? Мне кажется, это чисто бытовской. Ну нет, нет, как может, он ехал что, и как он меня сбивал, это было что-то такое не бытовское совершенно. Но, видимо, ее кто-то раздобыл то, что не продается. Мы нашли только нет, такое. Люди писали, что какой-то чувак ездит на БМП и всех взрывает и уничтожает. Я повторюсь, я видел танк. Да, такое. Прошу заметить, да? Мы закупились практически на полный, и у нас еще остались деньги. И мы эти самые деньги будем вливать в дом, скорее всего. Еще хочу заметить, что не одни мы такие умные, сервак, в принципе, не пустой, и я думаю, не только мы сейчас захотим урвать деньги с этих бандитов. Возможно. Поэтому, парни, напрягитесь маленько. Ну, еще ехать далеко, конечно. Но дело в том, что мы еще немножко опоздали, мы видели эту цель, но я решил поменять кое-какую свою экипировку, и это заняло какое-то время, так что... Да, чтобы прицел на его снайперке работал ночью. А то у меня было СВД, а СВД ночью с КНО, как известно... не работает. Ну, не факт, что они были ближе нам. Некомфортно тут было. Некомфортно, да. О, кто-то был убит, между прочим. Между прочим, вот. Пусть. Вот так вот ему и надо. Так найдем одним бойцом меньше, нам и денег заберем. А знаете, что мне кажется, что мы, наверное, не сможем открывать ящики с лутом, пока, ну, типа, нам не засчитают, что мы миссию выполнили. Возможно. Есть, когда я подошел к камеру, нам написали, что мы сделали, тогда, я так понимаю, ящик открылся, а так он был бы закрыт. Если или в если этот мы... раз у нас все пройдет так же чисто, тут валаберса, как у нас говорят, короче, я буду вас прикрывать, а вы будете лутать, потому что один человек должен на присмотре быть. Или наоборот, ну, там, короче. Лучше я останусь, потому что у меня есть такое чего. Только надо лутать быстро, быстро. Сели, забрали, как пуля резкий. Хватаем, а к нам сейчас ничего не надо, оружие не нужно, патроны не нужны, только вот деньги. Этот... Только деньги. Деньги. Деньги, деньги, дереби деньги. Ну, машина так, вообще по бездорожью идет как ну, надо. Ну хорошо, 40 километров держит. Справа какая-то. Ничего. Смотрите, кстати. По сторонам я буду следить за дорогой. Я кстати, что еще хотел сказать, очень важное. Мы едем вообще-то медицинские палатки отбивать, не факт, что там будет много денег. Ну но... нет, ящик будет по-любому, я думаю. Плюс мы зарабатываем humanity, а когда мы зарабатываем humanity, мы зарабатываем репутацию, и нас могут пустить в Heroes Camp. Да. Нам Лаги нужны крови. Пакеты крови, поэтому. Да. Нам нужны типа. Да почему пакеты крови? Артур, ты налево смотришь, я направо. Я направо смотрю, я не могу налево а смотреть. Я прямо. Окей. Я же справа еду. А, ты тоже справа? А, да. Я вообще от третьего лица хочу. Ну ладно, я слева тогда буду смотреть налево. Ой, с третьего лица буду налево смотреть. Угу. Короче, если бы такая система экономики была добавлена уже тогда, когда мы играли мы не на первый задержались. Мы бы задержались в разы на дольше. Ну и я думаю, сейчас бы мы имели бы уже гораздо более проработанную систему. Пока что все это очень криво и очень плохо работает. Плохо то, что Дин не может этого сделать. Это ведь делают совсем другие люди. Я думаю, в тот момент, когда Дин выпустит свой DayZ,
стендалон, но он уже тупо будет никому не нужен, из-за того, что там будет банальный DZ безо всяких. Обычный, без всякого, да. А тут вот есть, например, Эпоч, вот, в котором можно заниматься делами. Тут есть Overwatch, который гораздо лучше, чем прочие моды. Origins, который по-своему очень крут. Да, карта справа, машина. А, я, кстати, видел машину с пулеметом. Артур, мы же видели тачку с пулеметом, помнишь? Да. Ущерно. Да, да, да. Так что такие машины, видимо, лутаются. Но она очень не защищена. А может, как-то можно машину своей сделать? То есть, когда ты вот такую отжимаешь, чинишь ее полностью, приезжаешь, там, получаешь какие-нибудь ключи или что-то типа того, нет, и она нет, твоя? Вроде ключей нет, братан. Ну, они у тебя сейчас есть в инвентаре. Не, ну так это ключи для моей машины, для этой. Ну, а может быть, как-то можно. Короче, не знаю. Я тоже. Замок неприятный у нас, слева по курсу будет. Замок? Да, прямо сейчас, куда ты едешь. Сейчас мы на заправку выезжаем. Я понимаю, слева стоит замок, вот он уже стоит. Нет, от него он стоит, он чуть подальше стоит. Ты что-то путаешь? Не-не-не, я его только что видел. А, туда не путаешь. Поедем. А может там какое-то новое здание стоит просто? Нахер пошла. Эта тачка не боится ничего. Возможно. Кроме, я думаю, кроме танка. Вертолет, я думаю, если там будет нормальный вертолет с пулеметами, то он тоже не очень хорошо и сделает. Мне кажется, вертолет, пулемет такой, как М240, ее не прошибет. Ой, точнее, М249 не прошибет. У меня есть печенек, могу проверить. Не, я бы потом проэкспериментировал, если у нас будет сейф, и там будет кругленькая сумма. И не жалко. А пока что все наши бабки лежат здесь. И мне экспериментировать не очень. Тихо, кто сигналил? Никто не сигналил. Кто-то сигналил. Я честно говорю, кто-то сигналил. Без шуток. Далеко. Справа, далеко справа. Слева, сзади. Справа, чуть, смотрю, чуть позади. Ну что, серьезно? Я назад не могу говорить. Кто-то сигналил. Бибикни в ответ, я не знаю. Да вот не надо, я... не надо. Не, да я пошутил. Чего ж ты? Мы выйдем и крикнем. Мой слух вас никогда не подводил. Следите за спиной, господа. Да я могу лишь направо смотреть. Все. Тачка чувствует себя идеально. Джек, я понимаю, там третье лицо, читы, но просто это наша тачка, поэтому вставь третий вид и смотри лучше так, так все виднее. Пока игра дает, надо брать 3 километра, 3300. Да. Ты приблизил, я надеюсь, Артур, двойным кликом правой мышки? Можно через плюсик на нами это делать. Не, я так привык просто. Сканируйте местность. Такая антенна у нас сзади. Да, я говорю, я уже заметил тоже, хотел сказать потом. Да, радиоприемничек бы нам какой-нибудь туда. Как раз а, слушать. А будет, а, кстати, Леонида Агутина. А знаете, было бы круто, если бы не текстом писали, а реально в такой милитари транспортом по рации. Мало ли, хер его знает, пусть прилетит. По рации была бы передача, типа там замечен. Ну, я не знаю, он просто может спалить нас, сказать кому-нибудь. Кому? Если у него есть своим товарищам. То он у нас и так засек. Вот. На Мишке, по-моему, таком нет радара, это пассажирский. Да и хер с ним, он улетел в нашу сторону, смотрит. Я что хотел сказать, в DayZ вы говорили радио. В стендалоне же будет радио, и можно будет включать радиостанции, даже из реального мира, которые онлайн-радио, интернет-радио. Прикольно. И оно будет звучать там, где оно стоит. Можно поставить радио в дом, включить, и все будут заходить в дом смотреть, а у тебя там растяжечка, например. Ты добрый. Ну такое, типа. Прикольно. Или, например, в машину радио поставить. Old Fields, господа. Mm-hmm. Джек, я настолько упоротый, что забыл, ты направо или налево смотришь? Направо, я, ты налево. Ну я так еще камеру маленько смотрю тоже направо. Молодец. Ну и я тоже, да, там. Вертел камеру. Слева баллистические ракеты, там, да. Тополя стоят в этих деревьях. Нацеливаются на самом деле. У меня GPS есть? Вот, да, у меня есть GPS, кстати. Вот так вот. У Артура тоже у меня нет. Тут вода, так, Макс. Я вода. Вижу, я вижу. Да, спасибо. Стоит. Тут мы рядом со Старым Собором, кстати. В Старом Соборе, да, же тоже торговая зона какая-то. Да. Но лучше пока мимо проедем. Оставим, ну, потому что это Старый Собор, потому что это довольно знаменитое место. Самое ярское. В Contagion есть такая функция, звонить по телефону друг другу, когда вы играете друг против друга, то есть, чтобы узнать, вдруг ты, ну, враг, ты ему звонишь, слышишь, там, в соседней комнате. И такой звук. Твою мать, вырази. И я, типа, думаю, в Старом Соборе такой заходишь, старый, такой телефон достаешь из куста там. И такой, понятно. Или мелодия такая, стандартная, нокиевская, там, какая-то дурацкая, начинает.
Да, я занят. Спереди свет. Слева, везде свет. Освещение просто. Да. А вот то, что слева вдалеке, где-то, наверное, метрах в 600 зомби, это значит, что там есть человек. Возможно, сейчас не могу сказать точно, но вроде я слышал, что спавнится на машину. Ну, наперед. Да и просто так зомби по городам гуляют, даже когда мы не там. Ну мы опять километр. За 600, мы за 600 метров с топорнем, я думаю. А можно рядом с могилевкой где-нибудь, ну или там заныкаться. Не-не-не, пешком не пойдем далеко. Я чувствую себя более защищенным в таком транспорте. Тогда давай задавим их всех. Нет, так тоже не надо. Слева вот УАЗик. Такой город слева. Да, слева УАЗик стоит. Деревья, каменокладка, кабанина. Я пить хочу дико. Возьми из машины и попей, не стесняйся. Я могу лишь выпрыгнуть. А ты через карту? У меня вот через карту, когда я делаю, игра всегда вылетает. Да, не знаю, почему это. Это арма. Ноутс, юнитс, что выбрать? Гир, вижу. Блин. Машину я могу закрыть, никто в нее не сядет, а не уедет. Да, колеса можешь пристрелить. Ну, а что делать? А, есть. Да. У нас там колес, в принципе, 3 или 4 штуки. В машине. 300 метров. Я бы даже с деревяшками поставил. Да, ставим. Макс. Чё? Вот. Я бы за деревяшками поставил. Ой, да ладно, Джек. Если кто-то видит, то ты видит ночь, что на дворе. Так. О, там люди бегут слева. Враги, враги, враги на поле. Прям бегут? На поле бегут. Не вижу. Вы не видите, что ли? Блин, нет, сейчас вижу. Скажу. 240. Вижу. Да хрена народу. Вертолет на нас заходит. 244. Это не люди. Это не люди, это зомби. Зомби вижу, много зомби. 240, говорю, Артур. За кустами же? Меня правей, правей. Вон они в поле. Где, что там, свет какой-то? Луна. Где луна? На поле. 3 человека. 4. Джек, серьез ты? А, вижу, да, действительно, вижу. Вы оба не видите, ой, серьезно, да? Да, вижу очень много людей. Я готов стрелять. Подожди, братан. Это, кстати, не люди, это именно те боты, которых нам надо. Да, именно они. Так, секундочку. Я хотел закрыть машину, кажется. Хорошо. Угу. Джек, с такого расстояния ты сможешь отработать. У меня прицел. Я смогу, значит, да, но они убегают, пока мы тормозим все. Они никуда не вообще втроем вместе стояли, я мог сейчас стрелять. Их пятеро, шестеро, семеро. Джек, шмаляй, свободно, шмаляй. Сзади зомби, я его сниму пока. Ага. Чтобы не прибежал. Справа побежал. Хорошо, уронил. Братан. А, ну, вроде. Все, почисти. Что это было? Вроде все. Я зомби убил. Справа шел. Ну, вроде все. Вроде бы да. Че, на машине туда подъедем? Ох, нихера не видно. Вполне можем. Или пешим все-таки. Да, можем поехать. Как же темно, это пипец какой. С ПНВ, это светло, клево. Нет, нет, один стоит за елкой. Там еще эти палатки стоят, в них может кто-то быть. Черт, ПНВ затемняет, не знаю по какой причине. Да, да, вижу, вижу, но он мертв уже. Ну, только что я ему вкинул там. Подожди, надо же еще, значит, посмотреть. Я бы на самом деле чуть справа обошел и туда пошел бы. Помните, что каждый выстрел это смерть. Ну и от нас тоже каждый выстрел у них это смерть. Шансы равны. И больше. Они глупее. Вон, один побежал. Ага, вижу. Попал я, нет, по нему. Присел, он сел, он сел. Я ему повкидывал, надеюсь, он готов. Ага, сколько нормально. Максимум дистанция? 300 ровно где-то, может даже чуть меньше. Он умер, Джек. Даю прогноз. Все, хорошо, он 300 стоит как раз. Сейчас, я зрение в порядок приведу. Да, покойник. Знаешь, что я заметил? Тут не дает мурдерс и бандит скилл, когда мы их убиваем. Ну да, до этого давали. Я чувствую, что пешком пошел.
Да, я так потихонечку продвинусь. Ну, давай с тобой тогда. Прицел. А Макс нас скроет. Ну, в аптеке, в этих, в палатках, в этих, может быть, что-нибудь. А, ну я вполне могу вас прикрыть, кстати, остаться здесь, если хотите. Отлично. Там, так, Макс, вот, яркий, вот правее там бы сюда, Макс, подошел, вот где мы, и отсюда бы покрыл. Не-не, я там чистое, слишком чистое поле, братух. Тут плюс хаммер, я буду спокоен. Не, то есть ты был деревом, ладно, хорошо, смотри сам. Тут просто деревья не закрывают тебе вход в палатки, ты бы нас мог крыть. А там что за строение вообще вдалеке? Крепость какая-то? С этими, с прожекторами? Да, прожектор меня очень сильно слепит. Я, пожалуй, пойду. Артур, ты видишь ее? Да-да-да, вижу. Вижу вас обоих. Так, вот это там кто лежит, мертвый, нет? Да. Да, там, кажется, большая проверяю, часть. Проверяю, у тебя зом неплохой такой. Если кого вижу, ложусь сразу. Угу. Говори контакты, стреляй. Единственное, где могут быть люди, это за палатками. Крепость, наблюдаю, это торговец авиации. Так, 4 палатки. Одна большая, 3 поменьше. Это вроде чисто. Не, надо быть так уверенным. Не, понятно, мы сейчас не будем туда бежать, прям сломя голову. Мы не знаем, что с той стороны палаток, вот что меня больше печалит. Поэтому пытаюсь обойти. Так, там внутри появился зомби. В белом халате. И сейчас на нас пойдет. Снимешь артур? Ну а что, надо будет снимать. Сейчас я его убью. АСД есть у кого? Надо бы кому-нибудь СД взять. У меня пистолет с СД. Не-не, именно для того. Кто стрелял только что? Ты. Кроме меня. Никто. Слева от нас вдалеке был выстрел. Или мне показалось. Не в ту я сторону смотришь. Я не стрелял. Я не стрелял. Налево, левее смотри, Джек. Вон туда, куда-то, да. Что-то было там. Или меня глючит. Но все-таки будь осторожен. Там машина стоит. На горке. Возможно, чья-то. На горке? Да. Горка снайперская, часто там сидят. Ну, то есть я на... Вижу машина. 110, Макс. Ну, Overwatch. Слишком далеко от меня, туман. Понятно. Так, Джек, давай по-быстрому. Берем брифкейс. Я предлагаю вот за палатками за этими заныкаться, то есть, чтобы нас слева там не сняли. Я как зашел сюда, появился какой-то... А, здесь лечиться можно. Типа мы выполнили миссию, я так понимаю. Нет, у нас надпись должна появиться. Угу. А, вот коробки. Тихо, выстрел! Тут всякие штуки для этих. Сзади нас выживший. Двое, сзади тебя. Могу решать обоих. Решай обоих. Упали оба. Молодцы. Хорош. Тут в коробках всякие инструменты строительные. Ну, я бы не сказал, что что-то очень нужное. Блюдки. Кажется, не живые. И внутри куда... тут Артур. Откуда они здесь? Антибиотики, бандажи, пакеты крови. Еще один бежит. Держись там. Давай, Макс. Макс, тебе на помощь прийти? Упал. Не-не, нормально. О, этих засчитывает. Это, видимо, патруль. Это не обычные бандиты. Артур, затаривайся. Комбинационный замок взял. Так, антибиотики беру, еще пакет. Не подвел тебя, слух, действительно стрелял тут. Я же говорю. Есть, все. Все, нормально. Заплатили. Беру два бладбега. Я там вообще всего набрал целую кучу, на меня зомби согрелся. Отходи тогда. По идее, где-то должны были деньги появиться. Лерчи ганбэк, что это? А, точно, это же та сумка, которая нам нужна дико. Погодь, я туда одну возьму себе. Это очень хорошо. Лерчи ганбэк, это что за сумка? Супер гигантская сумка, я так понимаю. Насколько я понимаю, это что-то... Джек... Да, в ней просто Джек... куча слотов, что? Мы счастливы? Мы супер счастливы, у меня супер мега сумка, в которую я могу кучу всего просто накидать. Пакую. Она бабки. Одна там такая была? Да. Пакую бабки и пора бабок нет. Нет, бабок нет. Как? What? Припасы. Джек, вот отходите сейчас сзади. Ладно, давай, сейчас куча пакетов крови, Макс, куча еды, антибиотиков взял.
Могу я стрелял. Дымовухи есть. Могу подогнать тачку. Будем мы своим ходом, своим ходом. Ну и давай, в принципе, да, подгоняй, загрузим. Бутылка с водой. Мне нужна секунда. Я просто всю воду набрал. Так, пойду еще там пузырь, что есть. Так, ну ничего обхожу. Строительного не берем, да? Сейчас машина подъедет и все грузим, что лезет. Немного очкуют двигаться тачки. Ну, сейчас. То есть там были боты или реальные игроки? Вроде как боты. Но они так натурально себя вели. Меня вот волнует лишь лагерь, который за нашей спиной стоит. Крепость. Чё там, кто там? Хер его знает. Ладно, надо что-то менять, я пошел. Он, ну, не должен умирать, не должен, не вижу никого просто. Да, там зомби ходят. Но я убил троих. Патрули обычно сколько? Трое? G36A. По-разному скама, бывает. Патроны. У тебя, Артур, какая пушка вообще? G36 кама. Вот, возьми тут патроны. Я полностью забит медикаментами, поэтому сейчас машину погрузим. British Assault Pack у него есть. Я забыл время на записи посмотреть. Неважно. Такие моменты, время замирает. Лемсел, чувака был. Нас реально с него хотел убить. При желании можно. Ну, второго Ленфилд тоже. Я вижу лишь два трупа. Стрелял по троим, по-моему. О, у третьего чейзет. Ну, это как бы так, о, типа. Тут меня увидят в любом случае. У этого пулемет. Это тоже интересно. Че у тебя, братуха? М-ка голографическая. Ни хреново, кстати, пушка. ПДВСД. О, бэкпак койот, я возьму, слушай, ты не против. Только я загружу свои вещи из своего бэкпака. Молодец, какой фаер себя оставь. Не стесняйся. Снять одежду. Гили есть. Джек-то внутри? Второго ну, даже чего? Обыскивать не пойду. Там просто зомби ползает. Наспавнился. Нет, чуваков лутаю. Чейзет тоже у него был. Я подъезжаю. Mm-hmm. Я думаю, чейзет закинул в этот. Не, не стоит. Нам. А чё? Да, зачем? Ну ок. Слышу, едешь, да. И вижу. Кто там перелазит? Я. Yeah. Что, не будем смотреть, что там за крепость? Можем заехать, если хочешь. Интересно же. Uh-huh. Для начала у нас погрузочные работы сейчас будут. Да, тут вот сюда, Макс, подъезжай в угол. Сюда, 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 сюда. А, ты задом сдашь? Uh-huh. Две коробки, в которых куча всего. Так, я сейчас начну. Так, еще стоять. Хорошо. Все. Складываем туда всякое. Короче, Макс, я медицину... Я на заднем сиденье сижу. Не, я-то не буду ничего брать, я лучше посмотрю из-за третьего лица из машины. Давай, молодцы. Еда там, морфинчик. Все, что хочешь. Ты машину заглушил, да? Да. Те бандиты сзади вообще не в тему. Ну, не охренел. У нас 19 морфина. Я вам скажу. Так, гружу еще какую-то шляпу. Эпипены. Для чего эпипены нужны, кстати? Чтобы поднимать, сознание, если ты типа. Без сознанки лежишь. Но это фигня, не ну, надо. Это не так, чтобы важно, да. Я вообще их не беру, потому что обычно, если 500 лет, ты мертв. You're dead. Так, я беру всякие штуки для строительства. Они есть? Да. Так, я проверю, сколько у нас еще в машине может место выдержать. Так. То есть я беру реально почти все. Что тут есть? Еще 30 слотов, ребят, не Warp больше. Bench там. Ну, как 30? Раз нормально. Угу. Так, загружаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не влезет все, не лезет. А нет, лезет. А да, это же другое. Тихо. Что-то едет? Не.
Все нормально. Какой-то нарастающий звук был. Все нормально. Окей? Окей. Теперь у нас вода есть. У нас да. Много воды. Ну, я не стал все брать. Так, что там еще осталось? На крепости я никого не вижу. Ребят, все, я... все, Артур, я все загрузил. Там гильдии выбрасываю. Забирайте гильдии. Не стесняйтесь, кстати. Мне не нужно. Ну, оденьтесь. Не нужно? Ну, серьезно? Да. У меня мой костюм клевый. Я тогда себе возьму гильдии. Обычный. А, не могу. Отвернитесь. Конечно. Угу. Ушел переодеться и не вернулся. Это мутация просто. Макс, а где там наше золото? Макс, Макс. Какой-то прям сильно темный. Ну, я думаю, кстати, что вот эти вещи, которые мы набрали, можно неплохо продать. Это будет... Это дневной камуфляж у меня, а это такой. Не дневной. Ночной. Можно на аэропорт будет заехать, тут совсем близко. Да, вполне. Так, все, сначала я бы крепочку посмотрел. Я попью. Кстати, я тоже. Я и поем, и попью. А я и пил, и ел. Какой, блин, колесико мыши меня постоянно подводят. Так, что и... класс материал кушайте, есть for building sandbags. Кушайте и пейте, я пока. Blocks, corrupted. Фэнс. Позырю. Комбинейшн лок. Так, все, попили. Надо я там для дома всяких вещей по две штуки взял, которых было 3 или 4, а те, которые по одной, и так все забрал. Угу. И закинул. Все, едем. Джек. Команд, Джек. А второй ты проверял палатку, Джек? Фу. Так, а, она двойная же. Понял, все. Эти пустые. Ну, что я могу чуть сказать? Левее. Чисто. Я практически не выстрелил, только зомби почистил. Mm-hmm. Это вот примерно так, наверное, будет выглядеть наша крепость недостроенная. Ну, поживиться, я смотрю, так нечем. Ну, нет, чисто просто интересно, как это выглядит. Прикольно, да. Превращаемся потихоньку в Майнкрафт. Так, торговец авиацией. Сгоняем, посмотрим цены на вертолеты. Ну, давай, охренеем. Угу. Это, наверное, 50, я думаю, вот там, 50 брифкейсов, неси, сынок. Там, где торговец-то все нормально, а вот чуть дальше, на взлетной полосе, уже, думаю, могут быть враги. И очень дикие. Снайперы там. Так, сейчас. Артур, как обычно, я могу теперь налево смотреть, кстати. Ну ладно, ты все еще с видом из кабины смотришь? Нет, уже с третьего лица в машине. Ну а что, ты не можешь в обе стороны смотреть? Ну, будет круче, если кто-то в одну, кто-то в другую. Ну давай, я смотрю налево, как смотрю. Ок. Так, Макс знает, куда нас везет, да? Поставил метку? Ну конечно. 900 метров. Потом можно на старый собор заехать, посмотреть, что там. Не пуганные такие уже. Ну так. Врагов хватает, конечно. Ночь. КПНВ вот, есть, ночь интересно играть. Фиолос. Реально, атмосфера такая влажная, да. Спору нет, ночью нормально. С ПНВ. Без ПНВ не очень. Без ПНВ не нормально. О! Рестарт. Горит. 15 минут. Ну вот как раз когда рестарт, там и завершим. Там Урал стоит внутри. Угу. Ну-ка, краш-тест. Немножко походу. Вообще насквозь проехали. Лучше так не делать. Машин, ну колеса сказали, хватит. 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 Вот этот пацан, походу, закрытый тут. Ребята, а это не сейв? А, вот, теперь сейв. Мотоцикл, мотоцикл чей-то. Два мотоцикла. Так, здрасте. По аэропорту. Здорово, там братан. Кто-то мертвый лежит, бегает собака. Но вроде чисто. Собака, скорее всего, кто-то убил. Братух, а ты не разговариваешь, типа, по ночам? Типа ждать надо. Пони вообще как не приезжаешь, я первое время не разговариваю. Потом поймешь, что мы нормальные парни. Собака носится шоу-шоу, малишон на этом.
О, часть, два типа выбежали из ангара. Ага. Три. 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 Ну, стрелять нам нельзя. Ну да. Они нас, по-моему, заметили. Они вряд ли. Бегут, один сюда бежит. Нет. Они вообще. О, можно бежали. Трейдиться. А, Helicopters. Макс только развернулся от них и пошел. 4 голды стоит. Очень, очень. Ну это вообще. Unarmed. Но нам есть нормальные цены вполне. Нам входят на самом деле такие цены. Можем 4 брифкейса, АН-2. Cargo plane. А это ты смотришь, нет, это ты смотришь самолеты. Да. Ой. А я смотрю вертолеты. Просто 4 брифкейса. А может он, может его можно обмануть и 4 пустых ему отдать. Есть супер дешевый вертолет, я вам даже больше скажу. Короче, не убежали. Ну убежали, я их вижу. Даже Ми-17, 4 ОЗ Голда. Но в принципе сейчас нам, конечно, это не входит. Че, поехали? Слева кто-то бежит. Тоже от нас. В сторону этих. Сумку у тебя, конечно, да, вижу, почтение. Действительно. А там даже в классном гиле кто-то. Да. Меня дико слепит, братан, когда я слепит. Да-да-да. К нам бегут-то. Ну да. Трое. Пока что вижу троих. Надо ехать. Мы тут не можем стрелять. Двигай, Джек, ты закрыл весь проход. Ну так а если они нас обстреляют? Ну мы в камере. Секунду. Не хотелось бы мне тут колеса стрелять. Все нормально будет. Да, вообще. Нет смысла переживать. Мы вышли из безопасной зоны. Все, теперь... Ворота. Ставь. Угу. Так, секунду, я выйду, открою их. Давай. А, их так можно из машины. Ну ты жесткий, Кашпировский, блин. Как? Силой мысли, что ли? Машина. 2 километра. Машина Хаммер. Нет, не Хаммер. Обычно. Показал, что Хаммер стоит. Везде уже Хаммеры мерещатся. Ага. Пипец какой-то. Вот сейчас вот если гиль лежит какой-нибудь, вы хер заметишь вообще, если он не шевельнется. Ну да. Типа так и есть. Все одноцветное. Ну, например, темного гиля еще можно увидеть на белом фоне. А вот такого, как у меня, светлого, вообще не запалишь ни за что жизни. Ну, хотя есть такие ребята, которые, типа, вырезают там у себя из файла фарма, там, траву, деревья, это вообще, я считаю, ненормально. Хуйней заниматься такой, простите за выражение. Прикинь, вырезал человек деревья, значит, у него их нет. Он может сажать вертолеты в деревья, машины парковать в деревья, ехать через деревья, и, ну, ничего с ним не происходит. Ты сейчас их... только что... Огромному количеству вредных школьников подал идею. А, это уже, уже давно это зафикшено. Ты ж когда на заходишь на срок, тебе даже пишут, типа, никаких вредоносных файлов не найдено. Антихак, так называемый. И все люди его пишут сами. Такой был Ру 68, такой появился сейчас у всех. Довольно просто. Топорчик. Почти приехали на старый. Ну уж эти места-то я узнаю. Ты отказала мне бешеная. Раза не хочу, сказала ты. Ну и как я помню, за этими укатайками перестреливался. Они бронебойные вообще. Вернее, бронебетонные. Хер чем прошибешь. А еще бы, а может на лагерь героев, кстати, не? 10 минут у нас есть. Я думаю, мы успеем, кстати, да. Ну, давай пока съедем на старый, а там уже посмотрим. Ну ладно. Ну а что мы там будем делать? Там же такой же магазин, как и на Клёне. Да? Ну да, вроде как. Ну, посмотрим. Позыркаем. Если такой же, сразу загружаемся и едем в Кирыскам. Вау. Заработали хорошо, вообще как надо. Тюлика в тюлику. Машинка стоит. Без лишнего шума. Кстати, нормальная. Класс. Скорее всего, где-то здесь лежит ее обитатель. Как думать? Я ночью думаю, наша машина. Зачем ты ехал в дерево? А она дерево просила меня. 2 кадра в секунду. 46. 32. Все, отпустила. Это сервер. Наверное. В
впервые в жизни вот на этой территории ты понимаешь, что тут безопасно. Тебя не убьют. Просто такое чувство бешеное. Но все равно тревога. Вдруг убьют. Никогда в жизни я так не ходил спокойно. Кстати, можно вырубить ПНВ. Это же как-то ярко. Согласен. Прикал. Сейчас глаза привыкнут пока. Ну, это какой-то стоит чувак, который что-то продает, ну-ка. Он что-то знает. Торговая зона вроде как, а тут один чувак всего лишь. Ну, он сразу не будет разговаривать. Так там слева еще что-то есть. Этот парень, походу, еду впаривает, потому что видно, что у него стоят. Вот еще дама какая-то. У нее тут трупики лежат. Она запчасти зомби, короче. Не прочь принять. Угу. Химсвет, медицина и всякая приблуда. Всякая разная. Всякая разная. Это не заразно. Не, ну конечно, вот этот вот рюкзак у меня вообще дикий. Какой-то чувак с машинами есть. В ПНВ, кстати. Из Аксу. Парни, здесь Абрамс стоит. Поехали? Нет, он без гусениц. Но вот эти вот ребята, которые, похоже, продают танки, можно? Они, походу... Ну, короче, я не могу с ними поговорить пока. Так, я тоже пока есть люди могу поговорить. Ну, ты давай. Думаешь, там впаривают танки? А это было бы неплохо. Ну, я уже вижу, что танк тут есть. Стоит такой. Без дула, правда, дуло спилили. Чувак, ну ты будешь с ним разговаривать, или мы будем припираться? Или я тебе не нравлюсь? Скажи, если я тебе не нравлюсь, я уйду. Ну, я же... Ты мне не нравишься. Пш! Бан. Жек, выпусти меня. Тебе, кстати, кровь предлагают влить. Ну, у меня там... Почему, сколько, кстати, у кого хуманити? 2545. 2820. А вы? А, да. Ой, кажется, красная цепь. Не-не, еще 7 минут. Вот так, о, да. Fuck yeah. Тут парень в шлеме. Тут вертолетная площадка, походу. Два пацана с танком, да, есть. Ну-ка, ребятушки, чем порадуете? Боже, тоже... машинка раздолбанная, и чувак что-то продает. Комбез у него прикольный. Здрасте. Если вы мне что-нибудь не продадите, вот этот лысый псих съест. Я не комбез, а одежда танкистская. Наша, российская. Вы можете торговать? Нет, нет. Джек там что-то думал. Ну, короче, ночью они, похоже, все сонные такие. Отвали, говорит. Что ты хочешь? Иди домой. Чувак какой-то с констракшн штуками. Тоже ничего не хочет. Продайте танк, парни. Какого черта? Танк есть, слышь, чё? Могу. Че? А, этот пушки продает. Опа. Тот, который левый, не знаю. Нет, это твое. Я не могу с ними торговать по-прежнему. Не пригрузился. Короче, вправо продает пушки. То есть оружие обычно? Я даже не удивлюсь, если у них... Патроны. Меняется этот, как он, ассортимент в зависимости от лагеря. Если в том, так, например, что-нибудь там простые пушки, а здесь какие-нибудь суперэлитные. Прямо сейчас. Тот, который в самом начале стоял, он все равно не хочет. Ты стволы можешь? Наверное. А, ты что? Так, ну так что, 5 минут, мы должны успеть. Мы должны успеть. Ну поторгуй, ну пожалуйста. У меня вообще, они не расположены. Ни в какую. Ох. У меня тоже не вот хотят. С девушкой так можно тут сразу. С все. Девушкой, да, хоть все. Можно, короче, да, менять всякие голды на голду. Понял, как это. А где девушка, кстати? Девушка справа, туда справа. Да. А я даже с девушкой не могу. А вот теперь могу. Подожди, который до меня появился. Когда ствол на нее направил, то этого не хотел. Сволочь. Ты что, всегда галантен с женщиной? Да, как всегда, наша машинка. Сейчас такой, нет, нет. После рестарта посмотрим, какое время суток будет. Ну и, собственно, решим, что делать дальше. Цивилин. И унесло, да? С пулеметами, с двумя. Ладно, а что тянуть-то, да? Спасибо, ребят, что были с нами. Все равно мы ничего не можем. Да. Да, нормально сегодня как-то ничего не можем. Нет, смогли, вон что. Я имею в виду, ничего не можем сейчас. Зачем? Что тянуть-то?
Было я клёво, пошел к Уазику. Устроили заварушку, победили. Не иди к Уазику, пожалуйста. Намутили. Стали еще богаче. Спасибо, всего доброго. Шустрила, Блэк, Джек. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.